Суббота, и наша комьюнити собирается куда ехать? В Сан-Франциско. Сан-Франциско с нашими ребятами, новыми, которые на нашей улице не живут, но они собрались с нами. Всем привет, всем пока. Мы направляемся 2 часа в дороге, почти будем. Зависит от пробки, так что готовьтесь. Все сходили по нужде. И сейчас 2 машины минимум должны заправиться, или 3? 2. Так что сейчас на заправку, на самую энергичную и экономичную. И увидимся уже на Сан-Франциско. А может, по пути. Итак, Саша пришел заправиться на Приусе. И нужно проинструктировать, как пользоваться карточкой. С радостью. Я на этой заправке всегда заправляюсь только карточкой, потому что она, заправка, не берет лишние деньги за карточку. Я подсадил своих родителей на карточку, себя и Сашу сейчас подсажу. Так что, карточки, давайте мне комиссион. И заправка, тоже давайте мне комиссион. Папа, я с тобой. Так, смотри. Это кредит или дебет? Дебет. Смотри, вот полоска. Ага. Это означает, что вот эта полоска сюда. Ага. Раз, два. Вытаскиваем. Введите ваш зип-код. Зип-код? Да, зип-код. 95-800. А я вам не покажу, что дальше. Дальше. Выбираем это. Или, может быть, любой бензин, какой ты любишь. Да. Все, нажимай. Нажимай, это открывай. Поздравляю. Все. И до конца, пока оно... Ну, нажми, только выбери бензин, какой хочешь. Средний. Все, и пошел. Я знаешь, что люблю? Врубил. И... Вот, пошел. И поставил эту защелку, и все. И оно само хлопнет, когда закончится. Все, заправляемся. Машина, которая нюхает бензин, но все равно надо заправлять. 1 час дороги. Проехали 19 миль. Да? Да. Что значит в субботу ехать в Сан-Франциско? Трафик. Добро пожаловать в Bay Area. Американские горки. Кубики ездят. Люди с деньгами. Или с деньгами. Короче, а вон американские горки. Валехо. Ничего не видно. Ну, короче, на выпускной обычно наш Винсини High School всех выпускников сюда возили. Всем школьным автобусом. Тебя, Миша, возили, нет? Нет. Знаешь, школа обанкротилась. Наверное, может быть. Двенадцать пятьдесят шесть. Трафик начался 5 минут назад. Засекаем, как долго он будет длиться. Час 13. Мы подъезжаем к оплате за мосты. Час 24. Наша очередь подходит. 5 баксов. Добро пожаловать в мега-сити города Калифорнии. Этих некоторых городов, ой, некоторых высокоэтажных зданий не было несколько месяцев назад. А вот он стоит, гигантчик ворот. Вот красота всего Сан-Франциско. Вот это туристическое место. Да. Начинается от Pier 1 and the Pier 39. Идешь. А людей нужно пропускать. Мы же вежливые, да? О, что это плохо? Это трафики. 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 Какие-то чилы мы здесь видим. А вот еще сталинские времена поехали. Как вы думаете, в каком мы районе? Китайский. Yeah.
Помнишь, Аня, мы когда-то зашли сюда в какой-то ресторан, а он оказался безмясной ресторан. Да, и мы так обломались. И мы так обломались, такие голодные остались. Едем по туннелю мы едем. Нам ответ отвечает, спасибо, мы вас тоже любим. Вот это настоящие туристы. Big Bus Tour. Знаете, бизнес-идея? Открыть автобус и назвать его Yellow Blue Bus. А для русских будет звучать как «Я люблю вас». И плоский высокий домик. Это мультифэмили, я уверен. Мультифэмили — это несколько семей живет, может, в нем тоже несколько юнитов. Смарт. О, пошли классные дома. И викториан, и современные, и модерные. Но это дорогущий район на улице Гофф. Гофф и Бродвей. Да, там была такая красотень, что... Не передать, но она может здесь быть. Так, Бродвей. Еще полмили, и что-то будет. Стоп сайн. Глянь, у него вид какой-то. Это... Вау, какой вид. У него там мужик стоял. Go ahead, lady. Лео, начинается горка, поехали. Вау, впереди смотри. У-ху! Тормоза. Мы едем нормально, а машины как-то криво стоят. Или это мы криво стоим. Вон наши мужи коровки, приусы есть за нами. Молодцы, не сдаются. Вот здесь мне страшно, не знаю, ехать, вытянет ли моя машина. На полный газ, поехали. У всех стоп, я могу ехать. Нагоняем всю скорость. Полетели. Да, нас найти легко. Разгоняемся и влетим в небо, трамплин. Ну, была бы у нас Феррари, разогнались, но мы же на Приусе. Landmark города Сан-Франциско, Presidio Park. Мы въехали в новый мир. Сразу ощущается. Welcome. 2:38. Карта говорит, что через 6 минут мы прибудем. А пока посмотрите на эти виды. Виды и величие. Мы сделали. Выгрузили наших девушек и детей. А сами поехали парканулись. Кто где уже? Сами по себе. Так быстро, когда сам по себе. И идем, несем груз. Будем ужинать, обедать, завтракать. Не знаю, короче, все перепуталось. Мы долго ехали. Доходим нашего места. Ветрено. На улице... Сколько? 3:04. Сколько заняло нас времени, если мы в 11 выехали? Посчитайте сами. Зацените гэнгста бас. Жирно. Это линия одежды. Семейный пикник. Привет, тебе нравится водичка, Лео? Тебе нравится водичка? Ты взял конфетку, дай мне попробовать. Можно один кусочек? Один. Пожалуйста. Вкуснятина. Побежали. Побежали на шар.
Лео, тебе понравился сегодня океан? Сильно? Итак. Спустя много... Бронхи мои. Надышали солью. Надеюсь, вылечится. Спустя много часов... Мы гулялись, мы собираемся. Сейчас сделаем семейную фотографию и поехали. Все улыбаемся. Знаешь что, Саш? Вот так было бы классно. Оля, ты первый раз в Сан-Франциско? Да. Как тебе понравилось? Понравилось. Что тебе самое яркое запомнилось? Дороги. Дороги, да, это интересно. Очень такой... Два месяца с Москвы. Очень интересно. Один месяц. И уже побывали в самых крутых местах Калифорнии. Оля, молодец. Саша, ты уже был в Сан-Франциско? Я был один раз, да. Но я был на окраине Сан-Франциско и в одном месте, плюс 39. А, это вообще другая картина. Ну, да. Классно, добро пожаловать. Вова, что тебе понравилось сегодня? Сегодня понравился океан, понравилась погода. Мне понравились дороги. Не, да? Нет. А это человек, который хотел переехать в Сан-Франциско с самого первого дня. Не, пока я все еще хочу. Да? Ну добро пожаловать, здесь великолепно на самом деле. Да, просто очень клево. Если деньги есть, супер, у тебя они будут и есть. Миша, скажи, ты первый раз в Сан-Франциско в жизни? Да. Что тебе понравилось самое яркое такое? Самое, как сказал, Golden Gate. Это впечатляюще вообще. Впечатляюще? Если, когда его видишь, не в фильме и на не картинка, это вообще супер. Супер, да. Спасибо. Кто еще первый раз? Кто еще первый раз? Ну, мы здесь, наверное, уже сотый раз, но всегда приятно, всегда. Если вы пропустили наш трип, вы не успели. Я вам сожалею. Добро пожаловать в следующий раз. Мы продолжаем. Вот Саша изъявил желание в следующий раз поехать в Санта-Крус. Готовьтесь. Заур, скажи несколько слов. Что, ты первый раз здесь или уже много раз? Я третий раз здесь, но готов приехать еще 33 раза. Это ты был именно на этом месте? В этом... Нет, не на этом месте. Мы его еле нашли. Мы этот парк искали 14 лет с Аней. Серьезно? Ну, мы просто не искали. Мы о нем слышали, а потом узнали и нашли. Ну, очень классное место. Называется Бейкер Бич. Дорога сюда. О, дорога. Супер. Тем более мы ехали змейкой, 5 человек потерялись, находились, но мы команда, все вместе приехали, все супер. Все, Заур. Увидимся. Вообще, у тебя интересная история, можно когда-то с тебя интервью надо спросить. Можно будет. В общем, не просто человек, а основатель самого крупного BMW-клуба в Казахстане. Заур, молодец. Он честен своему слову BMW Motorsport. Не забываю. Так что все, увидимся. А мы в Ананаут? Мы в свой любимый ресторан сейчас едем. Аллилуйя. Настя, что ты скажешь? Ничего не скажу, все хорошо. Ну как, это просто такие эмоции после такого океана? Не надо? Я, конечно, загорела за 2 года, наконец. А что произошло 365 дней назад? Илюш. Тебя будут смотреть 28 тысяч человек. Тогда точно ничего не скажу. Ну тогда я сам скажу. Нет. Не, хорошая новость. Ну не надо, Илюша, я не хочу шутить. Настя стала нашей... Хорошая сестра. Шутка она всегда была. Но она стала еще более приземленной в Соединенных Штатах Америки. Понятно, все сказал или нет? Ну все. Легендарный мост, золотой Сан-Франциско гейт. Добро пожаловать. Это мост самый популярный с разных точек зрения. Часто здесь можно видеть 2 тапочка. Часто один. Часто вообще ничего нет. Но... Это махина. Достойно просто архитектурской похвалы. Попадаем в другой иной мир за туннелем. Село, люди балдеют. This looks fun. Do you enjoy it? Yes, she does. А что нам дальше ехать? Ну, наверное, за ними, да? Мы типа за мнением толпы следуем. Нет своего мнения. Я шучу, есть, конечно. Я просто по старой памяти думаю, что это куда-то сюда. Я сам в шоке. Погода. Тут просто ставь палатку и живи. Все, кто нас пропустил наш
поездку с нами. Увидеть, что вы потеряли. Поэтому приезжайте срочно. Срочно! Пока хорошая погода. Как-нибудь. Миша не жалеет. Я не жалею. Малайзии даже таких видов нет. Нет. Честно. Знаете, весь кайф в приусах. Да, я говорю, такая тишина. Тишина. Приус не нарушает спокойствие. Охраняешь нашу среду. Да. Второй приус, третий приус, четвертый. А вот Вова не подходит к нашему клубу. Как у вас дела? Вова, ты портишь среду своими выхлопами. Ох, что же делать? Не стыдно ли? Ладно. Уговорили. Кстати, да, там написано, вы глушите мотор. Да-да, вот мы обратили внимание. У вас крутая тачка, если честно, мажорная. А мы тогда, нам понравилось. Собственно, потому она здесь. Здесь мы же скажем goodbye, San Francisco, we will miss you until... Мы сюда приедем. И когда мы здесь будем жить, мы за тобой, Сан-Франциско, скучать не будем. А пока, bye-bye. И как вы думаете, куда мы приехали? Мы приехали на парковку приусов. Нормальные люди питаются только виноваты. Шутка, это глупо было бы, так только бы питаться. Ну, смотрите, приус. Во-первых, люди в Бэй-Эри в основном все ездят на приусах. Экологию берегут, любят мир. Environmentalism. Yes. Save the earth. Amen. В 6 вечера тусовка закончилась, In-N-Out был вкусный, праздник был великолепный. В следующий раз, если хотите с нами поехать на выезд, на природу, добавляйтесь. Все, всем пока, спасибо, что вы были с нами. Увидимся на следующих видео. Bye-bye.